большой привет! Вот такие подарочки нам привезли из Адлера. Сегодня Сочи – главный город-курорт России и столица русского юга. Это крупный финансовый и культурный центр, стремительно развивающийся последние десятилетия. Современный Сочи протянулся вдоль восточного побережья Черного моря от Магри до реки Псоу. По некоторым оценкам, город Сочи самый вытянутый в стране. Так называемый Большой Сочи включает исторический город и уже слившиеся с ним соседние населенные пункты Хостинского, Адлерского и Лазаревского районов. Среди них множество курортов, которые сами по себе знамениты. Мацеста, Хоста, Красная Поляна, Дагомыс, а также Адлер. Вот такая красивая тарелочка Сочи. Тарелка на подставке. Это Сочи Олимпийский парк. А это кошечка. Кошечка-копилка. Какие красивые глазки. Голубые камешки. Так и сияют. Вот смотрите, такая копилочка. Доченьке очень понравилась эта кошечка, такая миленькая. Вот она привезла мне такую красотку. Дальше, а это игрушечки, три кота. Вот такой миленький, миленькая кошечка. Так, а это у нас мимимишка Кеша. Сынок заказывал Кешу. Очень такой милый Кешка. Красивый. И вот такие еще коготочки блестящие у него светятся. Милый Кешка. Серый, он большой. Такого миленького, хорошенького привезли для меня. Это подарок для меня. Я его как увидела, я сразу же в него влюбилась. Посмотрите, какой он милый, какие у него усики, глазки. Я, конечно, в восторге
от этой игрушки. Мне она очень понравилась. Смотрите, какие ножки. Какой он высокий. Милашечка какой. Смотрите, какой. Такая футболка у него нарядная. Розовая пантера. Очень милый. Вот его можно по-разному сажать. Смотрите, и так ножки, и ручки тоже можно по-разному делать. Очень миленький. Я хочу его повесить куда-нибудь. Вот здесь есть петелечка. Вот такого красавчика привезли для меня. Это подарочек для меня. Я вообще в восторге от таких игрушек. Я обожаю такие игрушки. Какой он хорошенький. Дальше. Доченька купила себе вот такой рюкзачок. Под золото рюкзачок. Тоже очень удобный. Красиво. Много отделов. Замочки удобные. Также она себе купила вот такую кепочку. Смотрите. Она идет с колечками. А вот эту футболку привезли сыночку. Сочи. Такая футболочка красивая. Вот так она выглядит сзади. Хорошее качество. 100% хлопок. Сыночек будет носить ее с удовольствием. Все подарки замечательные. Хотим сказать огромное спасибо. Мы очень довольны. Мы очень рады таким гостинцам из Адлера, из Олимпийского парка, из Сочи парка. Вот такая красота. Вот так у меня будет стоять тарелочка Сочи, которую мне доченька подарила.
подарочки, то не забывайте подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, нам будет очень приятно. А также нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещания о выходе наших новых видео. Всем пока-пока!